Живой уголок «Соседей по планете», криминалистическая лаборатория и захватывающее научное шоу. В ВЭТГГУ прошел ежегодный фестиваль науки 2014. Репортаж Миланы Поварницыной. Стреляние дымом не абсурд, а чудеса физики. На фестивале науки любой желающий мог принять участие в необычных опытах и экспериментах, которые придумывают сами студенты. Причем секрет научного шоу на самом деле легко объясним. Когда мы бьем по перепонке, создается давление, которое посылает весь этот дым вот через эту дырку. Все. Вот. В любом случае вылетит получится кольцо. Круглые эти. Да, колечки. Огромный интерес у гостей фестиваля науки вызвали не только занимательная химия и физика. Поясной ремень, подсумки и даже нож разведчика. Студенты Института истории и культуры ВЭТГГУ представили полный комплект амуниции красноармейца периода с 1935 года по январь 1943. Данные предметы, конечно же, собираются не просто так. Они все используются во время реконструкции боев Великой Отечественной войны. Некоторые предметы здесь даже подлинные. Подлинная – это, конечно же, винтовка Мосина. Вот она такая вот большая. Значит, здесь вот на патроннике имеется клеймо 1938 года, ее номер и клеймо Тульского оружейного завода. Скачок в прошлое совершила и лаборатория этнографических исследований. Здесь студенты, как и в старину, собрались потанцевать, попеть и, конечно, погадать. Ищет милую король ласковый с машиною. Он найдет ее не скоро, но счастливую. Это одно из традиционных гаданий – илия, во время которого поются или проговариваются песенки-предсказания. Когда-то такие посиделки для ветчан были традиционными и несли глубокий смысл. Это очень созидательное такое действие, да, досуговое времяпрепровождение. И как раз вот в нем простое, но очень такое большое вечное духовное наше вятское содержится, как говорится, вятские духовные скрепы. В ВЭТГГУ существует больше 20 научно-исследовательских лабораторий и около 15 научных школ. Неудивительно, что фестиваль науки в ВЭТГГУ уже не первый год показывает молодежи, что наука – это радость познания и творчества. Основная задача этого мероприятия – это привлечение потенциальных абитуриентов, привлечение всех желающих в наш университет, всех желающих совершить какие-то научные открытия, подвиги, сделать что-то новое на благо родного края, на благо университета, на благо России в целом. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.